пришла и оторвала голову нам. Чумачечая весна, и нам не до сна. Что-то в последнее время в наших краях зима все чаще переносится на весну. В прошлом году снег выпал в 20-х числах апреля, а в этом году после теплой зимы завьюжило к 1 марта. Однако коллектив жилищно-коммунальной службы был к этому готов и оперативно расчищает улицы города от снега. В этих работах задействованы 5 тракторов с отвалами и 30 дворников. Однако сугробы и трескучие морозы не отменили одну из самых любимых народных традиций – дарить 1 марта друг другу красно-белые бутоньерки. Свято сохраняя культурные традиции родного края, народный вокальный ансамбль «Церенкуца» Ренийского районного дома культуры под руководством Галины Никита Куля поздравил коллективы нашего города с наступлением весны. По традиции молдавского народа 1 марта начинается праздник Мартишор. Вине, вине, Мартишор, Букурия тутурор, Кэть венин дин де пертаре, Елня дуче сербетваре. Председатель Ренийского районного молдавского национально-культурного общества «Извор» Валерий Бабере пригласил жителей города Рени на фестиваль весенних обрядов «Мартишор», который мы отмечаем вот уже 35 лет. В этом году этот яркий культурный форум пройдет 4 марта в Плавнинском доме культуры.